событие уникальное чем? Что мы впервые проводим в России чемпионат по рандоре. Опять же мы говорим о традиции. По традиции восточных выборов. Раньше в партер редко переходили, но если переходили, людей, как правило, убивали, если они падали. Из-за этого вся борьба, как правило, производилась и велась в стойке. Из-за этого сделали правила, вывели правила и сделали соревнования по рандоре свободный спарринг. Что мы подразумеваем? Например, мы говорим не только о дзюдо, а говорим о джиу-джитсу, тай-джитсу и дзюдо. В тех видах единоборств, где присутствует чистая бросковая техника. Но мы говорим о японских единоборствах. В этом случае мы говорим про рандори, в этом случае безболезненно, очень красиво, и люди могут открыться и продолжить свою спортивную карьеру. Я думаю, что у нас уже много отзывов по нашему чемпионату, по нашему направлению. И я думаю, что дальше мы будем развиваться и выполнять еще больше чемпионатов международных. И мне просто очень приятно, что пришли духовные наставники поддержать нас.
благословить и дать первый шаг в развитии спорта. Потому что спорт – это поговорка тела, это здоровая молодежь, это сильная молодежь, это здоровая нация. И любой спорт – это здоровье медицины для всего общества, для латинского общества. Поэтому я считаю, что это очень благородное дело. И просто очень признателен всем, кто сюда пришел. Я хочу особенно поблагодарить организаторов и мафию Азии. И считаю Юрия Смирнова, что красиво и очень хорошо организовал это событие. Это было, конечно, как с любой организацией, это нелегкий труд. Это было сделано очень быстро, потому что мы собрались быстро, подумали, как это сделать. И я просто прошел за неделю коробку, сделать это дело. Если придется, то защитите свою страну, нашу Родину. Добывайте на
Спаси Господи, дорогие. Я хочу вас тоже поблагодарить, что пришли время и к нам, потому что я тоже гость, но сейчас идет Великий пост, и вы все-таки пришли время прийти к нам и помочь духовно поддержать нас под от имени международной организации «Рейхтен Лоу», которая должна поддерживать на самом деле, я хочу тоже быть благодарственным. Мы всегда приглашаем спортсменов.